Настало время рассказать 5 секретов подиумного шага от школы моделей Elite Stars. Первый секрет. Попробуйте пройтись по прямой линии. При этом ваши ноги должны будут двигаться немного внахлёст. Наступайте сначала на пятку, а затем на носок. Очень важно, чтобы стопы не разворачивались носочками внутрь. Третий секрет. Отталкивайтесь той ногой, которая в данный момент находится сзади, и делайте шаги больше обычных. Во время шага слегка покачивайте бедрами. Секрет номер 4. Расслабьте руки и кисти. Руки двигаются от плеча только вперед и назад, в такт движению. Не размахивайте ими слишком широко. Ладони направлены в сторону бедра и слегка их касаются во время движения. Руки чуть согнуты в локте. И секрет номер 5. Последним штрихом в красивой походке будет взгляд. Смотрите прямо перед собой. Слегка приподнимите уголки губ. Это позволит избежать каменного взгляда, часто встречающегося на подиуме среди моделей. Хочешь тренироваться в ходьбе под наблюдением профессионала? Я приглашаю тебя на первое бесплатное занятие в школу моделей Elite Stars. Встретимся на каблуках. Love will find a way, ain't that always true?